Мы с тобой выучили 4 парадидла. Ну, немножечко поэкспериментируем. Мы возьмем эти 4 рудимента, которые мы знаем. Все, что ты играешь правой рукой, ты теперь играешь бочкой. Левой, соответственно, левой рукой. И давай возьмем, значит, по хай-хету мы будем отчитывать 8-е ноты. Левой ногой мы будем с тобой отчитывать четверть. Не забывай, ноги у нас ходят. Они у нас на одном месте не стоят. Ну и давай возьмем первый рисунок и сыграем его в 60 BPM. Давай теперь второй рисунок. Третий рисунок. И четвертый рисунок. Ну что, давай соединим все 4 рисунка. Самое главное, не торопись ускоряться. Пусть, вот поиграй сначала по отдельности каждый рисунок, пока вот оно у тебя не дойдет до автоматизма. А потом мы берем и ускоряем. Ну как-то так. Наверное, в следующем видосе мы с тобой поиграем вместо хай-хета на райде. И еще добавим альтушечки, ну, чтобы вообще было по красоте. Но это будет в следующем видосе, поэтому подписывайся, не забывай это делать, бро, ставь лайк. Прокачивайся как можешь. Удачи тебе!